Денис Цыпленков, абсолютный многократный чемпион мира по армрестлингу, в прошлом. Сейчас уже чуть-чуть, скажем, здоровье поправлю. Силы, как у меня была тогда и сейчас? 10, у тебя нормально. Нет, так ты себя тянешь сильно. Ты сейчас верхом пробовал. Ага. А когда сюда закручиваешь, и ты даешь ему стартануть первому, ты держишь, блокируешь ему заход туда внутрь. Ага. Вот этим местом. Не должен давать ему закрутиться. А давай через верх попробуем. Это не через верх. Я понял, что, блядь. И вот эта сейчас тема только держу. Понимал то, что она вот намного сильнее, чем вот это. Даже если тебе это все... Сколько еще в процентах надо мне добавить, чтобы тебя до стола довести? Я не знаю, сколько. Довести тяжело. 30? Здесь вот, конечно. Ну сколько? Мне сейчас тяжело побороть. Держать мне легко. Я не знаю. Ну как я тебе так скажу? Сколько? Держать легко, блин.